Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня я хвастаюсь вам своим результатом. Пока это только мой результат. Я довязала кардиган, который был, который есть у Кучинелли и на который я организовала совместник. Совместник, девчонки, еще только начался. Девочки, кто-то уже, конечно, у конца, кто-то только начинает, так что он еще в полном разгаре. Вот, но у меня уже была фотосессия, и я делюсь фотографиями с этой фотосессии. Вот у меня чуть-чуть, к несчастью, как-то я не подготовилась, я хотела заснять весь как бы процесс съемки, но у меня не получилось, поэтому делюсь теми кадрами, которые есть. Это рабочая как бы съемка с фотосессии на мой телефон, вот я им просто делюсь с вами. Вот. Свое мнение по поводу, что у меня получилось, что не получилось, я поделюсь с девчонками в группе. Мы еще это обсудим, потому что есть мне что сказать, что обсудить, о чем посоветоваться и что улучшить. Да, вот это вот моя такая сырая работа. Кстати, я очень спешила, потому что я уезжала обратно в Чехию. Мне нужно на пару недель. Вот я зиму так помотаюсь туда-сюда. Вот, и я спешила, у меня в тот же день, в который я уезжала, у меня была фотосессия, и я пыталась довязать два кардигана, я фотографировала, кстати, и тот буклированный тоже, вот буквально в течение недели я вам его покажу, и тоже я там буду собирать совместник, он очень классный получился, вот буклированный, но это я вам все расскажу потом. Это вот я к чему это говорю, к тому, что я очень спешила доделать две эти вещи, чтобы их успеть именно с этим фотографом сфотографировать, потому что наконец-то я нашла, ну вы видите, да, результат фотосессии, я очень довольна, фотографировали мы четыре вещи, вот эти два кардигана, показываю я вам пока только один, вот, все вы увидите, пальто длинное с капюшоном мы фотографировали, и жилетку от Шанель, которую есть мастер-класс. Я вот на днях ее соберу в кучку, все вот эти вот, там тоже отдельные части, и покажу вам результаты фотосессии, вот как мы ее сфотографировали. И этот мастер-класс в кучке, он будет в одном видео, как я вот последнее время, я смотрю, вам очень понравилось, когда я собираю все части в одну, и вам удобно, и мне удобно. Вот, и всем как бы хороший как бы отклик на вот эти вот сборные видео. Поэтому я еще сделаю жилетку и в этом же видео покажу результаты фотосессии. Так, что хотела еще сказать, девчонки. За фотосессию, кстати, я заплатила, но хочу вам порекомендовать этого фотографа. Это ни в коем случае не заплаченная реклама. Вот поверьте мне, я попробовала очень много фотографов в Александрии. Я думаю, вы знаете, что я в Украине живу, в Александрии. И вот этот вот фотограф вообще просто лучший. Я оставлю ссылочку на его инстаграм в инфобоксе под видео в описании. И вы, кто из Украины, если у вас, посмотрите его работы. Вот, ваше дело, как вы даже не обязаны говорить, что вы от меня, просто это моя добрая воля человеческая, потому что мне понравилось, как человек работает, изначально мне понравились его работы, но вот все никак я к нему не могла попасть, ну, потому что ездила туда-сюда и не успевала то сделать, то связать, то, ну, в общем, давайте не будем, в общем, ссылку на этого фотографа в Украине я обязательно оставлю, вот, далее, ну, просто для информации. Вот. Что хотела еще сказать. Девчонки, кто еще хочет попасть на совместник, вы еще можете успеть, потому что я же говорю, девчонки только начали некоторые, и это еще вы вполне себе успеваете. Единицы уже доходят как бы дальше половины, ну, а в основном девчонки ждали пряжи, и вот только-только они начинают вязать его. Вот, кстати, уже фотографии уже начинаются на моей подружке, все модели я фотографировала, вернее, мы на этой фотосессии фотографировали с подружкой, чтобы видно было на разных фигурах, как вещь сидит, и все остальные модели мы тоже фотографировали вместе. Все вы, конечно же, увидите, я с вами обязательно поделюсь. Вот, а кто хочет попасть на совместник, то, пожалуйста, я опять же оставлю
все способы оплаты под видео в описании. То есть, повторюсь, выгоднее всего стать спонсором канала за 2 доллара и смотреть все видео, которые будут закрыты, которые уже есть, их пока мало, но они планируются. Следующий совместник, это все будет для спонсоров канала. Кто не может стать спонсором, через донат оплачиваем и пишем мне в Телеграм. Это я все объясняла. Вот. Ну, я сейчас выведу на экран эту всю нужную информацию, и все в инфобоксе. То есть этот совместник стоит, так как он у меня пробный, всего лишь 2 доллара. Это пробная версия для вас и для меня. Вот поэтому такой простой кардиганчик. И оплатить можно любым удобным для вас способом. В любом случае в Телеграм, либо в Инстаграм вы... Но в любом случае он проходит в Телеграме, если... Так что Телеграм вам нужно будет установить, у кого нет. Там девчонки между собой общаются, советуются по поводу пряжи, по поводу всего. В общем, там идет общение. Те, кто в спонсорах, автоматически получают ссылку на группу в Телеграм, а те, кто не в спонсорах, те мне присылают в любую социальную сеть подтверждение об оплате, вот, и я вас добавляю в группу по вязанию совместно, ну, по вязанию вот этого кардигана, девчонки. Это для тех, кто еще как бы хочет присоединиться. Вот, кто, если будете смотреть уже это видео через год, через полгода, то в любом случае вы тоже можете присоединиться. Эти видео будут сохранены для спонсоров, они будут всегда там, и группа будет существовать всегда. То есть вы, если уже заходите в эту группу, оплачиваете 2 доллара, вы там и остаетесь с этим кардиганом, и вы его можете связать через год и через два. То есть вход туда уже на бессрочное время. Вот. Вот так вот, девчонки. Ну, кажется, все сказала, что хотела. Похвасталась вам. Результатом я довольна, но есть много но. Ну, не то чтобы много, но они есть, и я их обязательно обсужу с девчонками в группе. Вот я тут просто показываю результат. А все мои мысли и наработки я обязательно скажу девчонкам, и они примут к сведению. Так как они в процессе, я им вот свои как бы рекомендации еще буду озвучивать. Вот. В любом случае, я результатом довольна. Была бы у меня возможность выбрать лучшую пряжу, я бы выбрала, конечно, но из бюджета, вот мой вариант из бюджетной пряжи, и я им довольна на 95%, я бы так сказала. Вот. Ну, а на сегодня все, девчонки. С вами была Вика из Школы рукоделия. Я с вами прощаюсь. Всем желаю мира и добра. Вот. И встретимся с вами в следующем видео, либо на совместнике. Вот. Все. Всем пока-пока.